Судьбу ульяновской хоккейной «Волги» коллегиально обсудили члены клуба, сотрудники спортивного областного ведомства и губернатор. Сборной требуется материальная поддержка, клубу техническая модернизация и, главное, необходимо решить проблемы с долгами. В июле «Волга» оказалась в кризисной ситуации, многомиллионные долги, увольнение руководства и потери игроков основного состава. Как лучше получилось, как всегда. Раздули, так сказать, бюджет до 150 миллионов рублей, утопили клуб в огромных долгах, установили заработную плату 800, 700, 600 тысяч рублей в месяц, а потом, говорит, смотрит по сторонам, говорит, что-то как-то денег не хватает. На что хватит? В итоге решение проблем хоккейной «Волги» взял на себя заместитель председателя областного правительства Павел Дегтярь. Он будет этим заниматься в статусе президента клуба. Директором назначен Марат Шакуров, а тренерский штаб возглавит Александр Савченко из Новосибирска и ульяновец Сергей Горчаков. И, как сообщили в клубе, хоккейная «Волга» продолжит выступать в Суперлиге.